Вечер добрый, дорогой друг, с тобой Квантум. И небольшая предыстория. Мой друг, которого зовут Дима, всегда хотел свою комнату. Комнату ютубера, где он сможет записывать и монтировать ролики. Сегодня мы вместе исполним мечту Димы и построим для него специальную комнату ютубера. Смотри, что получится, но мы будем начинать. В игре появились квартиры и отделка интерьеров. Сейчас мы приобретем себе дом. Где, кстати, мой гелик без колеса? Без колеса? А его кто-то забрал. А все. Дима, назад садись. Там детское сиденье сзади. Да. Там кресло детское. Понял. Куда едем, Люфи? Короче, едем на Eclipse. Eclipse, помнишь, где? Это жвачка. А, Eclipse Tower, да, едем на Eclipse Tower, да, хорошо. Едем туда. Это элитный дом. Раньше мы его домом ютуберов называли, потому что там все ютуберы покупали себе дома. Вот сейчас мы туда едем, приобретем себе квартиру и займемся ее обустройством. Слышь, а почему Люфи такой низкий? Остановись, посмотри. В смысле низкий? А что это такой низкий? А что это такой низкий? Посмотри. А где? Я не вижу его сзади. Поверни, а он за тобой. Посмотри, он просто без кресла. Блин, тут тонировка нифига не видно. На, сядь на мое место. Сейчас я сяду? Сядь за руль, Димон. Посмотри. У него еще лицо такое. Люфи, как там в кресле детском сидится, а? Нормально все? Нормально, отдыхаю. Ребята, только что я взял, забрал тачку. Есть парковочка, есть где запарковаться можно? О, тут стихийная парковка вижу. Ладно. Так, Люфи, как приобретать квартиру? Расскажи нам, ты вот в документы не шаришь. Я показываю. Да, давай, смотри. Люфи, чисто сейчас, консультантша наша. Что-то я валяюсь. Сейчас он поваляется. Какая консультантша? Смотри, ой, блин, нифига, о, тут входная группа лютая, еман. А это точно не дурка, это точно элитный дом? Точно, точно. Люфи нам присмотрел уже квартиру одну. Вот это, 84. 84-я квартира, ее мы сейчас приобретем. Так, купить. Давай вот, давай покупаем кота в мешке. Мы даже не знаем, что там. На кнопку ехать, ехать. Как ее открыть-то, пацаны? О, четко. Заходи, Димон. О, Люфи. О, все, выглядит нормально. А как интерьер выбирать? Интерьер М. Ой-ой-ой-ой-ой, тут интерьер можно. А их тут немного. Нет, тебя кинули, у тебя толчка нет. Сколько? Да. В смысле, денег в банке недостаточно, можно с лицевого счета списать? Кто к нам зашел? К нам кто-то пришел. Ты выйдешь, может быть? Я еще туалет себе не сделал, я не понимаю, что ты. Салам алейкум. Вон отсюда. Выйди, пожалуйста, я без туалета. Сейчас я его выгоню. Он какой-то, он поломался. Хочу в туалет, блядь. Здесь нет туалета еще, уходи отсюда. Хочу в туалет! Я его иду бить. Все, это новая все. Квартира, Люфи, не бей его. Хочу туалет! Стой! Бой, Люфи! Сейчас ему будет больно. Выгоняй его. Уходи вышел, отсюда. Вышел или он тебя басит? Вышел отсюда. Слышь, а Люфи так себя уверенно чувствует со стволом? Люфи, бахни его. Люфи, он вышел? Все, он вышел. Сейчас я закрою, подожди. Люфи прогнал со стволом. Оборонять квартиру со стволом приходится. Салам алейкум. Да бляха! Я закрыл же дверь. Все, а я тебе денег буду давать. Все. Дай мне денег. Сколько, слышу, у тебя уже? 25 тысяч на интерьер нужно. А у тебя сейчас сколько? А мне в банке деньги нужны, Дима. Дима, ты не туда даешь деньги. Слышь, Дима, ты мне верни, в банк дать должен. Верни, сука! Не, слушай, вот это будет зал. Здесь просторненько. Ладно, пофигу на интерьер. Интерьер, в принципе, неплохой. Мне нравятся такие теплые тона, комнатные, уютно все, в принципе. Слышь, а картины, Люфи, а картины можно приобретать? Можно. Фундумец, кто у нас где? Делал ремонт? Почему у нас, сука, линолеум этот на стене? Современный подход требует современных решений, поэтому ламинат у нас на стене. Отвали, короче, все, пойдем за мебелью. Где приобретать мебель, Люфи? Где мы можем мебель купить? Вашан нам. Какой Ашан, Люфи, еще не получше. 2 километра ехать нам до... Мы без рофла в Икею едем за мебелью, Люфи, сейчас. Ну, без прикола. Она немного по-другому называется, но... А как называется? А, мебельный магазин, я помню, Димон. Сейчас ты вспомнишь его, куда мы едем. Сейчас за мостом немного прямо и налево. Да. Именно там, где грузовики сталкиваются постоянно, да. И грузы да, теряют. Да, помнишь, Дима? Да. Нет. Вон он, его уже видно. А, я твой дом-магазин возил. Да, это именно он. Это есть мебельный? Это да, супермаркет. Это вау, офигеть, реально мебельный магазин. Да вы что, серьезно, да, что ли? Чё, да, я выбираю простыню. А нафига, такой... давайте здесь жить. Не, вот всё, я выбрал себе кровать. Я тоже выбрал себе кровать. Как-то Люфи странно лежит на ней, правда. Смотри, вот, туалетная комната, как покупать? Заходим, Заходим. Еман. И выбираем. Надо ёршик для Димона купить обязательно.
За наличку. Выбирай джакузи, давай джакузи. Джакузи, пузырьки на пузе, какая это там? Джакузи, да, 20 тысяч. Да, Дима, нет квартиры. Фиг знает, чайник электрический, взорвем его петардой потом. Опять? Так, что я прачку приобрету? Ой, стиральная машина, что они какие-то все дурацкие. Ну давай вот такую стиралку возьмем, наличные, есть. Блин, да тут реально выбирать, это Sims какой-то в GTA. Это еще расставлять все нужно будет, ребят, чтобы вы понимали. О, студийный свет! Да. Пацаны, комнату ютубера сделаем! Нафиг дом! И давайте свет, светильник для ТикТока, фонари. Какие светильники для ТикТока? Свет купили. Так, нужно оборудование, где будем монтировать, обрабатывать ролики, загружать. Вот, телефон ретро. Телефон ретро. По-любому нужен. Все, я задолблюсь расставлять нафиг. Это мне не нравится уже. Это затянется надолго. Я предлагаю нам сейчас поехать и посмотреть, ну вот расставить и посмотреть, что не хватает. А то мы сейчас набрали. Да, я с тобой тут согласен. Смотри, открываю меню квартиры. Заходите скорей. Ну что, где будет комната ютубера? Наверное, здесь. Это туалет. Это туалет. Блин, давай точно. Комнату... Точно, и никто слышать не будет оры медалиста, кто будет записывать ролики. Потому что, ну я-то ору как тварь вообще. Это атрибут для ТикТока. Димон, это для тебя чисто тут стоит. А, значит, срать тут? Угловой диван прочитал, это угловой диван, трындец. Так, компьютер для того, чтобы можно было снимать ролики. Все, снимать ролики уже можно. Димон, просил MacBook, вот я MacBook, забирай. Табуреточку, я не знаю. Девочка? Сейчас табуретку сделаю, подожди. Сука, тут тебе рабочее место приготовили, Димон. Опять там какое-нибудь бунгало на члене, а? Бутылка, блядь, 5-литровая и компьютер. И как? Ну, видишь, глазам непропорционально будет же. Ну, ты куда смотришь? Тебе показать как? Как правильно, чтобы было удобно. Сейчас я сделаю нормально. Я этого не видел, Люфи, встань, блин. Чему ты не мучишь? Ты понял? Этот профи все знает. Это для него, оказывается, бутылка-то была. Так, пацаны, сейчас я сделаю так, как нужно. Так, как нормальные люди все делают. Только не заходите. Мы пока не заходим, не смотрим. Дима, ты понимаешь, не заходить. Не заходите, когда ты не заходишь. Секундочку. Так, еще не заходите, я почти все сделал. Главное, не заходите. Давай. Пацаны, заходите. Идеальное рабочее место для Димона готово. Дима, специально для тебя. Чего все только обо мне, да обо мне-то себе сделай, я сейчас с тобой делиться буду. Бутылка, диван. Вон ты нет! Присаживай-ка сам, а сюда! Я не буду. Отстань, что ты кидаешь это, нелюдь. Ты че дом построил, чтобы меня на бутылку посадить? Такой троллинг высоко сложный. Нет, нормально же рабочее место. Дима, это тебе комната понравится, ты здесь захочешь жить сейчас. Ты хочешь сказать, там сейчас из дивана бутылка торчит? Нет, выйди пока. Мы их не покупали, посмотри на это. Сейчас. Димон! Я так понимаю, сюда сел, это копилка. Это копилка. Стой, тихо. Димон! Господи, что он делает там? Димон, не надо! Остановись! Копилка копит! Димон коробит, блядь, поехали! Ребята, сейчас кэшбэк пойдет! Идеально. Пацаны, пока не заходите. Сейчас еще кое-что сделаю. Чтоб не расслаблялся. Специальная комната для ТикТока, для съемок ТикТока и роликов для Димона. Специально строим комнату для медалиста. Так, есть, сейчас еще немножко обустроим, сделаем того сего, и можно будет снимать первые ТикТоки медалисту, подниматься, развиваться, как говорится. О, золотая кнопка, он же мечтал, подарили ему фейковую кнопку, сделали. Вот сейчас еще кнопочку для Димона. Димон. Охренеть. Что такое? Тут прожекторы размером просто с эту комнату. Это когда аэропортовские прожекторы, охренеть можно. Вот этот ТикТок получится классный. Ну мы готовы заходить, ты готов нам показать? Давай, это комната для медалиста. Комната специально для Димона. Димон, заходи, давай, располагайся. Вот ты уже без штанов. Смотри, у тебя кнопочка, телевизор, чтобы скучно не было, посмотришь. Не знаю, ролики. Вот он, на котором фрукты стоят. Что? Че за говно? Телевизор твой. Ты купил самый элитный дом-квартирку, и мне вот сами телевизоры гномика трахать предлагают. Там еще салфеточки слева есть, смотри.
А, нихрена. За салфетки спасибо. У тебя тут и зонтики есть, и трубочки. Нифига, набор такой веселый. Ты чисто пляж. Взял, блядь, салфетку, начистил член, поебал гномика, телевизор посмотрел, покушал спать. А зонтик куда? Спать причем на ковре. Зато из натуральной кожи. Спасибо большое. А теперь пойдем, мне интересно, как ты обустроишь свою комнату. Я обустраивал комнату, там Люфи нашел чью-то открытую комнату, обустроенную. Пойдем посмотрим, как люди обустроили. Где, пацаны, куда идти? Вот, 90-я квартира. Смотри, не у всех у нас, это, пол на стене. Нормально, у него просто... А ты мне говорил, так все делают. Немножко по-другому все выглядит. У него, блин, правда, вот видишь, левитируется тут винный шкаф у него. А какие он сейчас придет? Ну, ничего страшного, как плюет, так и уйдет. О, слышишь. А здесь что? О, кабинет. Шурик, а здесь что? Здесь спальня. Ну, в таком минималистик стиле. Ну да, нормально вообще все. Не то, что у Димона комната. Гардероб. Блин. Вот за гардероб это вообще отдельный респект. Так, ну давайте теперь моя любимая комната как бы. Я, короче, сделал. Там спальня есть, спать можно. В следующий раз завершу. Ребята, если вам понравилось вот такое вот серия Sims просто какой-то у нас получается сегодня. Телевизора пока нет, кровать только есть. То есть можно было вот так, а не с гномиком на диване. С гномиком ты спишь, а это моя комната. Я ее обустрою, покажу вам, что получится в следующей серии. Как вам такой вообще вот ролик такого формата? Что-то зашли, поугарали, вам показали. Пишите все в комментариях. Квантум, Люфи, Медалист были с вами. Играли мы на сервере Vinewood. И, кстати, в описании будет промокод. Активируйся нажатием клавиши M, меню персонажа, далее настройки и в разделе аккаунт в промокод. Вводите мой промокод, который будет в описании. Он дает вам бонусы, с которыми легко начинать. В общем, как-то так. И да, кстати, по поводу семьи. Если вы хотите вступать в семью, Люфи проводит набор, сейчас он за главного, пока у меня нет времени заходить. Можете вступать в семью, приходите, обращайтесь к нему, он вас примет. Как-то так, всем пока, до скорых встреч. Пока-пока.